Уважаемый Илья Валерьевич, я ваш пациент, Матвеев Игорь Владимирович. Что вы себе позволяете? Как это пошел вон? Илья Валерьевич, откройте дверь. Вон ваш дежурный врач. Он мне сказал, пошел вон и закрыл дверь. А вы у нас дежурная сестра, и тоже не хотите даже представиться. Я вам сказала уже все. Что вы мне сказали? Что мы разберемся в понедельник, почему вас не накормили. Вы в понедельник будете разбираться, а я сейчас хочу кушать. По распорядку дня ужин 18 часов 18:30. Как это вы что? Пропустили вы ужин. Что я не теперь... я пропустил что ужин. Я вам теперь сделаю? Я не пропускал ужин. Я тоже только заступила на работу, в 6 часов пришла. Я пришла в 6 часов на работу. Вас кормили полпятого. Что почему ваш дежурный врач сказал мне, пошел вон и... Вот иди разберись, почему он так сказал. В смысле иди, что вы мне опять хамите? Отвечаю. Да я сейчас же выпишусь с этой больницы и пойду в прокуратуру. Идите в прокуратуру.